1 октября в Артеме появится асфальтовое покрытие на улицах, которые никогда не видели ремонта. Это стало возможным благодаря программе «Безопасные и качественные дороги». Сейчас в городе завершают работы на центральных улицах. Сразу после них наступит очередь внутриквартальных проездов. Улица Ключевая – одна из главных транспортных артерий в Артеме. Пересекает весь город. К ремонту дороги рабочие приступили летом. Меняют асфальт, бордюры, ливневки. На сегодняшний день уже ведутся работы. Ну, они вообще в основном с собой носят характер такой подготовительных работ. Это у нас ведется улица Силина в поселке Олени. И большую работу мы тоже планируем сделать, и уже подрядчик приступил к работе. Это улица Каширская. Ремонт дорожники вели основательно. Эту улицу начали ремонтировать в июле. В дождь вели подготовительные работы и только потом положили новый асфальт. Выкопали яму, засыпали камнем, крупным щебнем и по очереди делаем пирог. Готовим под укладку асфальта. Трасса популярная, рядом городская больница. После ремонта артемовцы получили новую дорогу. Ну что еще могу сказать? Спасибо всем, кто сделал. Список дорог, которые необходимо отремонтировать, в Артеме большой. После того, как дорожники сдадут городские магистрали, возьмутся за ремонт поселковых. Ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги» на средства федерального, краевого и муниципального бюджетов. К 1 октября ровные асфальтированные дороги появятся там, где их никогда не было. Яна Романюк, Виктория Лобецкая, Анатолий Барышников. Панорама.